Министр иностранных дел Виталий Игнатьев назвал молдавские военные учения в Бульбаке бряцанием оружия вблизи зоны безопасности. Совместные учения военных Молдовы, Румынии и США дестабилизируют обстановку и создают дополнительную нервозность, считают в приднестровском МИДе. Ирина Руснак продолжит. Президент Молдовы Майя Санду завтра созывает Совет по безопасности. Собрать совбез молдавский президент решила сразу после встречи с генсеком НАТО. Будут обсуждать вопросы безопасности в регионе. И все это на фоне военных учений, которые сейчас проходят недалеко от границы Приднестровья на молдавском полигоне в Бульбоках. Понятно, что это явное учение, не носящее какой-то, не по выпечке хлеба, мягко скажем, да, а совершенно по другим каким-то задачам. Если Молдова реализует миролюбивый курс, то бряцать оружием вблизи зоны безопасности, даже если это холостые какие-то там, да, патроны и так далее, это, на мой взгляд, неконструктивный подход и как бы немножечко создается противоречие между декларациями и реальными делами. Конечно, это напряжение ненужное. Накануне в своем выступлении в ООН Санду назвала Молдову страной мира. Это не мешает Кишиневу расширять сотрудничество с НАТО. Молдова получит от Румынии 600 тысяч долларов на обороноспособность. Деньги выделят в рамках инициативы НАТО по наращиванию оборонного потенциала Молдовы. В Нью-Йорке Майя Санду в очередной раз потребовала вывести из Приднестровья миротворцев. Это такая старая песня, из которой молдавская сторона не может выкинуть слов. И каждый там политический лидер Молдовы на протяжении уже больше 10 лет заявляет одно и то же. Пальцем о палец не ударив для того, чтобы приблизить урегулирование молдо-приднестровского конфликта и нормальное урегулирование наших взаимоотношений. Подобного рода политические декларации, они носят уже такой, знаете, инерционный характер и... Там нет новизны, там нет никакой свежести в этих заявлениях, а лишь это все маскирует на самом деле реальную неготовность Кишинева к практическому диалогу. В приднестровском МИДе отмечают, из переговорного процесса Кишинев фактически вышел. Площадка 5+2 не работает. На призывы Приднестровья вести диалог в формате 1+1 молдавские власти никак не отреагировали. Ирина Руснак, ТСВ.